Сэкономил минуту, потерял жизнь. 7 мая отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В рамках этой даты чебоксарским водителям напомнили, как вести себя там, где спешка, невнимательность и лихачество непростительны. Переезд. Казалось бы, всего пара метров. Однако этот небольшой участок пути – смертельная опасность для водителей. Несмотря на то, что каждый переезд оборудован специальными приспособлениями, светофорами, знаками и даже камерами наблюдения, аварии все же случаются. Только с начала этого года в подобных ЧП пострадало более 7 десятков человек. В большинстве случаев причина трагедии – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Страшные цифры статистики заставляют специалистов по безопасности движения выходить на дороги и напоминать автолюбителям правила, которые они и так должны знать на зубок. Сегодня непосредственно на переездах раздаются памятки для водителей, для того, чтобы они были более бдительны и всегда выполняли правила пересечения железнодорожных переездов. До порядка 10 тысяч брошюр выдано на переездах. Эта ведь акция проводится не только вот сегодня, она в течение года, круглый год. После того, как водители получали на руки памятки, их просили расписаться под тем, что отныне правила они знают и нарушать не будут. Впрочем, главное, чтобы на переездах автолюбители не совершали сделку с совестью. Ведь плата высока. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.